Там Реннер. Туда дальше передача. А тут очень неплохо, кстати, Томас Гойгингер. Обыграл. Свершиц против него. Тут и Эбнер включается. Отличный подкат. Гойгингер успевает здесь мяч забрать. Против него Доминик Фиц. Отлично позиционно играет Аустрия. Но вот здесь, правда, ошибка. Ой-ой-ой, удар! Какой удар! Колешник! Классный гол. Очень красивый обводящий удар. И счет сравнялся. Очень неожиданный на самом деле. Действительно, через левый фланг пришел забитый мяч. Что и требовалось доказать, собственно говоря, именно с левого фланга. Ты знаешь, я всегда в трансляциях с участием Ласка говорю, что эта команда не умеет забивать некрасиво. Вот очередное подтверждение. Вспоминаем матч против Тоттенхэма домашнего. Вспоминаем игру против Рида домашнюю, где два шикарнейших гола забили сегодняшние гости. Ну и здесь, ну, какие еще комментарии нужны? Обводящий удар немножечко в стиле Франческо Тотти. Такие в свое время любил он забивать. Ну и посмотрим. Кстати говоря, вот мы не выяснили, кто же забил. Как-то вот этой красотой были ослеплены. Гойгингер.